Давно не было вашего любимого. Сбора моих трусишек. Давайте же соберем их в кучу, наконец, друзья мои. Гульгиля, ты что убежала? Сейчас я здесь все поубираю. Сушилка-то на полу стоит, ее надо убрать. Гульгиля, прости меня, сладость моя любимая. И запустим пылесос. Я вчера вечером помыла пол на кухне, в прихожей, ну, ванна, туалет, все кроме комнат, потому что здесь было занято, пылесос я не запускала вчера вообще. И, в общем-то, сегодня нужно сделать уборку, откровенно говоря. Вечером-то я не выдержала. Мне на кухне особенно, вот, если еще в комнатах можно пережить 1-2 дня там не пылесосить, то на кухне это нереально. Каждый день надо, потому что сами знаете, что там на кухне происходит. Так, это все кухонное. Ну, еще кухонные полотенца у сына в комнате. Моя Гульгирия, сладкая девочка. А, у меня еще проросли, сейчас вам покажу. Это поставлю. Сейчас покажу, чего посадила и что у меня проросло. Вот они. Значит, то, что вы сейчас видите, что проросло, это вот эти цветы. Как называется? Лаватера. Это вот она проросла. И здесь тоже видно, что они наклюнулись. Вам не видно, но на самом деле это так. Вербена. Это для моих ящиков на балконе. Тоже посадила. Прорастает рассада. Сегодня обнаружила. Ага. Пойдемте дальше. Приятно, да? Мелочь? Приятно. Гульгирия бегает, играет. Она думает, если не гляюсь. Она с Лядькой девочка. С Лядькой милая девочка, моя солнышко. Терпеть не могу эти полотенца белые. Мне муж говорит, надо от них избавиться, раз ты их терпеть не можешь. Ой, ой, моя милая. Ой, моя добрая Слядька, я улеглась, красивая девочка. Ой, да я не могу, это самое совершенство. Сама... Ой, ты хляпочка. Господи, это самое совершенство. Какое блаженство быть самим совершенством, да? Быть самим совершенством, быть самим идеалом. Идеаль. Идеаль мой. Скажите, красивая. Конечно, она самая милая, господи. Вот так вот начинаешь делать какую-то работу. Прилег киски и полчаса как не бывало, потому что хочется с киской поиграться, поглядеть. Ой, тёпочка. А еще говорят, что ты там делаешь? Да я пока с киской наиграюсь, полдня уже пройдет, что я тут делаю? Ничего не успеваю. Так и живем. Самое главное киску погладить. Все остальное можно потом. Да, моя сладкая живота. Живота. Быть самим совершенством, быть самим совершенством. Идеальная кошечка. Надену черное платье сегодня. Свое. Конечно, свое, а что еще? Черное платье. Но оно не вечернее, просто платье. Раз уж я иду в театр. Даже вспомнила про одни свои ботильоны на каблуке, на танкетке. Думаю, их, либо другие у меня есть еще тоже на каблуке. А есть без каблука, тоже будут с этим платьем хорошо смотреться. Не знаю, что удобнее, надо подумать. В свет-то я не выходила 100 лет. Уж совсем одичала. Наведу себе макияжу. Да, Гульгирия? Наведем мне макияжу. Накрасим меня как хорошенечко. Чтоб все удивились, да, Гульгирия? Чтоб все удивились, какая я красивая. Ага. Только суп сначала наварим. А потом уже все остальное. Не так. Вот так.
не люблю складывать постельные комплекты, но от этого никуда не денешься. А гладить их тем более не люблю и даже не буду. Многие меня пытались заставить, зрители, пытались меня пристыдить, что я не глажу постельное белье и вообще ничего не глажу. Но, друзья мои, это не работает так. Так это не работает. Если я не хочу гладить, то хоть разорвись. Я этого делать не буду. Видите, какая я молодец. Не заставить меня. Хватит, нагладилась уже. Помните анекдот, говорит, с первым ребенком гладишь все стерильно, бутылки кипятишь, в общем, все это. Со вторым ребенком трусики погладил хорошо. С третьим ребенком, если собачий или кошачий корм съеден ребенком из миски кота или собаки, то это проблемы кота или собаки. У меня, конечно, нет троих детей. Но от всяких вот лишних телодвижений в этой жизни я себя избавила и живу чудесно и прекрасно. Зачем совершать телодвижения те, которые никому не нужны? У меня в том числе. Майку эту постирала, помните, которую купила? Ну да, она длинненькая. Вот у меня талия, вот она аж докуда. Майка у меня, мама дорогая. Когда же я угомонюсь? Еще одна моя. Так, это чья? Надеюсь, не моя? Не моя, а то вообще уже прямо все одно мою. Зато это моя. И это моя. Все. Все барахло разобрали. Я шкаф закину. Вас поставить не могу, не получается. Падает. Падают, 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 падают листья. Ну и что, зато прозрачен свет. Памяти, 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 памяти лица, нет которых с нами рядом нет. Да? Так бывает. Ай, палец прищемило. Ладно. Вон туда еще надо засунуть. То ли стул нести, то ли я не знаю, что делать. Я падает все равно. Вот туда. Тумбочку придвинем. А, для запаха. У меня там лежит специальная штука для запаха. Опс, опс. Все, понесли ботинки Митю. Здесь у меня спортивные костюмы, теплые вещи. Их даже перекладывать некуда, потому что они здесь будут пожизненно лежать. И никак иначе, и никуда. Все, идеальный порядок. Идеальный порядок, почти что. Ладно, уговорили. По цветам сложим. Здесь у меня темные. И еще темные. Ой, вот это мне нравится, майка, люблю ее. И еще светлые. Япона-мать, сколько у меня майк? Когда я уже угомонюсь, а? Нужно срочно лето, чтобы их убивать. Убивать в лес, на рыбалке, за грибами, за ягодами, за всем этим делом, чтобы безжалостно
Нет, вы посмотрите, икона матери, я же говорю. Но здесь все любимые. Светлых только. Ядрен батон. Темные. Темные. Светлые. Все, нужна еще одна полка. Светлые. Запихала кое-как. Молодец, хозяюшка. Все. Со шматьем разобралась.